Сборная России по футболу практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира после победы над Египтом со счетом 3:1. В первый раз мяч в воротах африканской команды побывал в результате автогола Ахмеда Фатхи, а затем точными ударами отметились Денис Черышев и Артем Дзуба. Не обошлось и без забитого пенальти в исполнении Мохамеда Салаха.